Я приветствую всех на своем канале. В этом видео я бы хотела показать вам зимние пейзажи города Хайфа. Город готовится к Рождеству, Новому году, и в этом коротком путешествии нам удалось всего побывать пару часов. Мы походили по самой главной улице Бен-Гурион с Адрианой. Хотела ей показать, что есть Новый год не только у нас дома, что его действительно где-то празднуют, что есть елка, Дед Мороз. Порадовать ее разными игрушками, вкусностями, которые продают на улице, и вообще посмотреть, зарядиться новогодним настроением. Видите, довольно праздничная атмосфера царит сейчас в Хайфе. Мы решили закончить этот вечер в нашем любимом ресторане. Он мясной. Мы часто там бываем, когда приезжаем в Хайфу. Очень здорово, что теперь и вы побывали в этом городе. Спасибо, что были с нами. Одним глазком посмотрели на Хайфу в это прекрасное время. Огромное спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на мой канал. До новых видео и всем пока!